Друзья, всем привет! Сегодня у нас 23 марта, вернулась к нам зима. Вон, смотрите, снежочек вчера выпал небольшой, правда. Лучше, конечно, больше. Вернулась к нам зима на градуснике. Ну, минус 8 точно есть. Ветерок, 6 часов утра у нас сейчас. Ветерок, покажу сейчас свою малообъемку. Вот так я вчера утеплился с панбондом белым. Пришил там рейку деревянную обычную. И здесь накинул на верхний ряд и вторую часть. У нас только 3.20 продавался. Вторую часть я накинул уже на саму пирамиду и кинул ближе той части, ну прям к внешней части, чтобы она держалась. Пришпилил это все. У меня саженцы ежевики стоят, но они даже если немножко прихватились, есть, да, то не страшно. Здесь смотрите, прям с краю немножко есть ледок. А так температура, у меня вот пушка работает на 2,5 киловатта. Сейчас покажу, что у меня показывает здесь. Здесь у меня 0 градусов, в общем. Не знаю, не особо видно, но... В общем, 0 градусов. Ну, я пробовал, в принципе, нигде ничего не замерзло. Кстати, вот в прошлый раз у меня прямо вот на этом листике, видите, даже немножко обмороженный он, были капельки, и они были замерзшие. А вот здесь цветочки, видите, все целые остались. Уже даже завязалась ягода. Так что, в принципе, нейтрал. Где-то, я так понял, до минус 2 терпит цвет. Ну, может, определенные условия были, я не знаю. Ну, в общем, как бы жалко мне уже было оставлять ее морозиться, потому что дело даже не в цвете, потому что уже она выдвинулась. И мороз, это уже, конечно, чересчур, ладно, около 0 градусов. А так, чтобы оно замерзло. Ну, эти мягенькие эти все. Естественно, мне не хотелось. Вот, сейчас сходим на ежевику. Конечно, еще и ветерок добавляет всему. Зима, хрустит все под ногами. На ежевику пришли. Вот они, почечки. Сорт Гай. Топ-резина. Вот такие почечки. Уже прям подраскрылось все, но ничего страшного. Будем знать, минус 8 градусов сегодня. Вот это повар. Будем знать. Сейчас тут достаточно. Такие почки. Вот. Поляки меня не сильно волнуют. Не волнует. Начис, например, тоже. Но он подмерзает, начис, конечно. Однозначно. Уже видно по листикам. Для него это страшно. Для поляков стоят хоть бы хны, честно сказать. Ну и небеса тоже черненькие. Концы, видать, листиков. Ну, посмотрим. Я не стал ничего это укрывать, потому что интересно посмотреть, как это отразится вообще на урожай, в общем, на кустах, на их вегетации. Так что вот так. Такое вот у нас. Такое вот у нас возвращение зимы.
Самое главное, малообъемка у меня не замерзла. Это самое главное. Даже минус 8. Ну все, всем пока.